Разобрать системный блок, собрать радиоприемник или спаять плату. В Доме детского и юношеского творчества в 12-й раз состоялся конкурс технического мастерства. В мероприятии приняли участие более 30 школьников. Среди них есть даже одна девушка. Сложные задания на время выполняли весьма уверенно. Многие сдали свои работы даже раньше срока. По словам организаторов, то, что делают юные участники состязания, сможет повторить далеко не каждый взрослый. Что касается радиотехники, мне кажется, это вообще... как говорится, из мира фантастики, кто сейчас, ребят такого возраста, 8-9-10 классы, чтобы собрали схему, даже такую сложную, как генератор высокой частоты, чтобы она заработала, чтобы был результат. То есть, мы увидим, что из 16 участников, которые сегодня попробуют это сделать, то есть таких ребят будет мало. В течение дня школьники отвечали на теоретические вопросы и выполняли специальные задания кураторов. Победители представят свои учебные заведения уже на общегородском конкурсе «Юные таланты земли Серпуховской».